профессию попала на распределение, мне посоветовал пойти наш директор. Я пошла. Ирина Гузеева более 30 лет своей жизни посвятила психиатрии. Она врач краевой психиатрической больницы. Стабильное душевное равновесие окружающих для нее не просто работа, а скорее образ жизни. Знаете, я пошла не по призванию в эту профессию, но тем не менее сейчас я об этом не жалею, конечно. Особенно сегодня. Проблем в отрасли не отрицает. Куда без них? К примеру, в отделении, где Ирина работает, не всегда хватает медикаментов. Хотя в целом материальная база, по ее мнению, улучшилась. Ну и, в общем-то, у нас зарплата стала расти. На 2019 год бюджет отрасли составил 40 миллиардов рублей. Средства будут потрачены на улучшение качества лечения и повышение профессионализма медицинских работников. Губернатор отметил, что изменения в этой сфере очевидны и сейчас. Немало успехов за последние годы. Мы, конечно, можем занести в актив нашему здравоохранению. Сегодня применяются инновационные методы и диагностики, и лечения. Сегодня наши врачи делают уникальные операции, буквально штучные, которые не делаются во многих других регионах нашей страны. Губернатор поблагодарил за служение профессии и ветеранов отрасли, отметив, что врачом не только нужно родиться, но и всю жизнь профессионально развиваться. Ведь праздник закончится, и каждый из них вернется на свое рабочее место, чтобы продолжить дело, которое выбрал еще в юности. Даже если, как Ирина Гузеева, когда-то пришел в медицину не по призванию. Тарида Миллер, Антон Васильев, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком.